Всем, что пришли, потратили деньги на наш концерт. Я понимаю, что билетов хватило не всем, но, так сказать, следите за нашим творчеством, покупайте заранее, бронируйте. Не понимаю, как человек прошел без билетов? Раз, были билеты. Прекрасно. Так, сейчас в зал пойдут гости. Сегодня необычный концерт, концерт джем, так что я приглашаю знаменитостей. Зиёт,
Группа «Очень худо». Сергей Дегин. Романтик мэн. Thank you.
Thank you.
такие романтические мужчины собрались. У нас сегодня открылся клуб соло-гитаристов. Мы открыли группу на Фейсбуке. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Группа пока открытая. Не всего смогут участвовать 30 гитаристов. Остальные уже, как бы, кто успел. Сейчас мы сыграем композицию под названием «Ветер с востока». Да, за главную роль отдается нашему Зиёду. Только он может отразить характер востока. Настраивать нечестно. Thank you.
We'll be right back.
Ура! Узбеки уехали в Москву. Так, мы сейчас играем до минорный блюз. Также это джазовые музыканты любят называть, мы же не совсем джазовые, блюз in C minor. А на самом деле это блюз для моей жены. Thank you.
Thank you.
Господа, нас ненадолго покинут наши друзья. Не беспокойтесь, мы не зря купили билеты. Они вернутся. Все окупится. Полет над Альпами. Thank you.
Хочет еще поиграть? Где он там? Серега. Да, концерт гостевой, джемовый сегодня. Thank you.
все для гостей. Я специально на задний план сдвигаюсь, чтобы вам было хорошо. Thank you.
Все-таки заключительную композицию под названием «Московские пробки». Интеллигентно начнем. Thank you.
Thank you.
Лёшка заметал. Ну чё, басисты там вздрогнули, наверное, внизу. Да? Да. Спасибо за внимание. Следующее наше выступление послезавтра. Алексей Давидович! А, Сергей Дигин. Зиёт Учкудук. Асия Шакирова. Фата Чахабери. Андрей Панкратов. Овер Сирано. Ура! Бис будет в среду. Всех ждем в клубе академический.